Год театра для гастроля иркутских артистов во Владивостоке юбилейный. Уже в 10-й раз Иркутский музыкальный театр посетит приморскую столицу. С берегов Ангары на берега Тихого прибыли 150 человек. Это солисты, хор, балет, оркестр под управлением главного дирижера Виктора Олина, работники театральных цехов, а также рок-группа «Экстраверт». Масштабные декорации и костюмы во Владивосток доставляли 6 фур. Мы все спектакли, которые привезли сюда, вот они в том же виде, в котором мы показываем их у себя на стационаре, то есть не выездные варианты, то есть те же декорации, то есть ничего не сокращается. Иркутяне подготовили программу, охватывающую разные жанры. В репертуаре как проверенные временем и зрительской любовью постановки, так и новинки этого сезона. Всего 7 спектаклей, визитные карточки театра, легендарные рок-оперы «Юнона и Авось» и «Иисус Христос суперзвезда». 2 премьеры сезона – музыкальная комедия «Собака на сене» и драма «Монте-Кристо. Я Эдмон Дантес», а также оперетты «Белая акация», «Севастопольский вальс» и «Сильва». Все спектакли будут показаны в сопровождении живого звука. Старались привести больше оперетты, потому что во Владивостоке же нет музыкального театра. А любителей этого жанра, я уверена, что достаточно. Поэтому вот выбор был связан как раз с этим. Отметим, впервые театр выступал во Владивостоке в 1950 году, в последний – в 2010. В этот раз каждый спектакль покажут дважды. Завершатся гастроли 28 июня большим галоконцертом. До новых встреч, Владивосток. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.